Здравствуйте. 3 января, четверг, день Юпитера. 28-й лунный день с элементом огонь. День благоприятный для людей, родившихся вот, тигра, кролика, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день строить дуган, супруга, делать добрые дела, почитать три драгоценности, совершать подношения дацан-ламам, приглашать в гости друзей, знакомых, просить в долг для дел, связанных с деревом и землей, усмирять врага, заказать саган чурта, а также для окончательного решения некоторых вопросов. Отправляться в дорогу и исполниться все задуманное. День неблагоприятен для людей, родившихся вот коровы, дракона, овцы и собаки. Не следует заводить новые знакомства, обретать друзей, начинать преподавать, приводить невестку, отдавать в невесты, также проводить похороны и поминки. Стрижка волос конфликтом и спором. На Верхнем Березовске Цокчин Дугане с 9 часов утра пройдет хурал Цокчин. Дуинхур Дугане Гамба Гангар Сахюсны. Ты важен Дугане Очарване Сунды. Делайте добро!